Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Zarbus Games. С вами снова NeoZar, и мы продолжаем проходить игрушку Nier Automata. Всем приятного просмотра. Ну что же, мы играем с вами за А2. Вот, за нашу красавицу А2. Как я считаю, она лучше, чем 2B, ну, по крайней мере, по моему вкусу. Итак, поехали. В предыдущем видео мы с вами раздолбали гребаного босса, и теперь нужно двигаться дальше. Но, правда, я не знаю, куда двигаться дальше. Давайте посмотрим по заданиям, что у нас есть. Текущее задание. Хрен там какой-то полоумный изобретатель, который у меня висит хрен знает сколько, блин. И он мне ни о чем не говорит. Так, давайте посмотрим по карте. Куда нам вообще двигаться-то? А двигаться нам куда-то вот сюда. Лагерь сопротивления. Ну что ж, давайте отправляться в лагерь сопротивления. Пока куда ты, А2? Да нет, давай ты уже телепортируйся. Так, быстрое перемещение. Переместиться, лагерь сопротивления. Погнали. Главное, что у меня здесь 1С не нашел. 1С здесь где-то злой ползает. Вот мне так кажется, что почему-то 1С мне не просит, что типа я 2B на А2 убил. Ну, в принципе, она и сама просила, то есть А2-то здесь не виновата. Ладно, и что? Зачем мне сюда? Кстати, в этом лагере я ничего почему-то не могу купить. Ну, мне кажется, так задумано, потому что А2-то никто не знает ни хрена. Ну-ка, кто-то, видите? Да, видите, хрен тебе, магазин, я здесь ничего не могу купить. Ну да ладно, невелика потеря, я могу и в другой магазин сходить, в случае чего. Дабы магазинов здесь хватает мне. Блин, вот такой у него тесак, блин, сзади, блин. Аж всю задницу прикрывает. Так, что здесь такое? А, тебе что, блин? Обижают тебе? Сейчас, подожди, сейчас мы тут, блядь, этим коллегам-то устроим, блядь, вообще, блин, охренеть. Вот что, блядь, уйди отсюда, блядь. Нельзя обижать. Я так думаю, это Паскаль, что ли, при это пришел, пришла, хрен узнает, кто это такая. Ну, все, нормально. Да. Ты кто? Ты Паскаль? А, ну да, Паскаль. Machines don't have souls. They're just murder bots with a fancy name. They killed so many of us. And I swore to make them pay. I see. If that will save your soul, then so be it. Блин, ну Паскаль-то мне ничего никогда не делал. Блин, позволить Паскалю жить. Ну, давайте позволим Паскалю жить. Не могу я ничего с ним сделать. Just shut up and leave before I change my mind. You? No. Да. Я хорошая. Не нужно мне было ударить. О, ни хрена себе, у нее пукан, блядь, или у нее пукан, блядь, взорвался, полетело, блядь. Ты где, блядь? Смотри, во, хреначит, блин. Наверное, тоже, блин, у нее тут подгорел чуть-чуть, блин. Так, ладно, куда мне дальше двигаться? А, теперь опять мне в лагерь сопротивления. Ну а что там, со мной никто не здоровается, блин, вообще никто со мной разговаривать не хочет. И, тем более даже на мою задницу никто не хочет посмотреть, уроды какие, блин. Так, диалог, давай поговорим. А, ну это, короче, нам рассказывают, это вот я не знаю, зачем эти подсказки нужны. Так как мы проходим уже третью концовку. Да. Да, спасибо. Говорящий, блин. Ну, бабулька что нам скажет? Номер 2. Ты все еще жива. Ну, как видишь.
как я выгляжу, Чуби, как я выгляжу, да ладно, болтать. Чуби явно не как я выглядит, и прическа другая. Но, правда, прическу она себе подкоротила, когда мы Чуби убили. Мне как-то с длинной прической больше она нравилась. Вот и поговорили, да? Короче, комнату мне Чуби отдали. Ну, хорошо, будем жить там. Так, ну что, бабулька там все сказала. Теперь, надеюсь, у меня магазин-то работает. Меня здесь это... Нужен топливный, ну, извините, все распродано. Да не нужен мне твой топливный фильтр. Дай мне что-нибудь где-то купить. Тут тебе зелье какое-нибудь, еще что-нибудь там. Не знаю, там... Блять. Идиоты. Идиоты. Чего? Coordinates confirmed for a colony centered around a machine life form known as Pascal. Location marked on map. You don't know when to shut up, do you? Ну, я так понимаю, что все равно нам к Паскале нужно фигачить, да? Ну да, 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 да. Стопудово, блин, просто вангую. Сейчас посмотрим, конечно, так. Да дай мне ништячок-то. А, здесь только один из может с этим справиться. Так, ну что ж, смотрим по заданиям. Так, модуль карты, и куда меня приведет моя судьбинушка-то? Во куда. Так, а что здесь? Вот деревня не открыта, что ли? Деревня Паскаль. А почему мне здесь не открыто-то? Текущее место назначения. Вот оно как. Так, ну ладно. Руины города пещера. Отсюда я тоже не могу. Что же мне тут пешком, что ли, фигачить? Ну ладно. Аляшки поднакачаем ОА-2 тогда. Вперед. Перед из песни. Где наш Паскаль? О, нифига себе здесь прям. Вау. Рыбачить. Рыбачить мне пока не надо. Кстати, мне в комментах спасибо, что написали, что на рыбалке можно деньги поднимать. Пока у меня денежки как бы есть, то есть не хочу я пока поднимать ничего. Ах ты тварь. Да давай ты сдохни уже, а. Все, хорош. Нужно прокачиваться, потому что сами знаете, как я не мог убить босса из-за того, что у меня был маленький левел. Так, ништячок заберем. Все, заберем. А у нее какой-то, вот она быстро перемещается, так это у нее какой-то это, ну, ее фишка, да? Что она незаметна, блин. Здравствуй. И до свидос. Пошел в жопу отсюда. Денег отдай мне. Давай, погнали. Так, куда я могу перелететь? Я думаю, что, наверное, смогу. Давай, 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 ёп. Ёп. Да, смог. Вообще, обалденно смог я. Ну, а, по-моему, мне сюда и нужно как-то здесь где-то перелететь-то, да? Или там перелететь. Что-то я уже не помню, по какому пути к Паскалю идти особо. Ладно, пойдем как-нибудь так. Попробуем здесь пройти. Хотя я два раза уже этот деревню Паскаля открывал. Вот, но все равно забываешь такие вещи. Сейчас буду туда по-быстрому пробраться. Я помню, что какой-то через туннель, по-моему, нужно пройти. Ничего, сейчас разберемся. Так, здесь я могу залезть? Да, я думаю, смогу. Давай, давай, давай. Ну, А2, ну что ты? Ну что-то, что с тобой не так, а, милаша? Ты давай так не шали мне. Ты должна туда перепрыгнуть. Смотри, какая. Если тут Чуби, блин, могла, значит и ты сможешь. Давай, хоба. Во, молодец.
Чё тут роботы? О, летающие, блин. Сковородки. Пошли в жопу. Отдай, сказал, деньги. Ах ты, блин, тварёныш, блин. Где эта крыса толовая, которая меня стреляет? Где-то есть эта тварь. Ну-ка, давай к тебе чуть-чуть постреляем дроидом-то. Или как Вейнер, как он называется, под. Давай вперед. Ну да, вот здесь вот сейчас будет туннель, и мы здесь сможем пройти через туннель и попасть по скуду. А два, ты давай так, не надо. Мы, конечно, тебе ляжки-то подкачиваем, но не в такой же степени, что можно так бегать, блин, не останавливаясь. Здесь нам вылазить или не здесь? Да, посмотрим, что здесь. По-быстренькому. Тянься. Что это за окрестности такие? Ну да, по-моему. Ух ты, а че там такая? Нифига, вот это что это такое за прием-то у него интересный? А, подожди, это мы в парк развлечений пришли? Не, нам сюда не надо. Сюда нам совершенно не надо. Какой-то, видите, она вот так вот каким-то красным этим загорается. Я первый раз вижу. Что это такое? Это она может там кого-нибудь сшибать, что ли? Так, если нам не сюда, то нам, значит, куда-то подальше, наверное, нужно пройти. Здесь выползем. Или туда уже. Блин, не помню, как к этому Паскалю, блин, пробраться. Я не знаю, почему вот эти вот как, ну, быстрые перемещения остаются неактивными. Потому что с 1С я, по-моему, даже не открывал. То есть у меня все быстрые перемещения с 1С, то есть с Чуби. А, нет, здесь мы пушку брали. Здесь никогда ничего нет. Так вот, то есть, когда я открывал на Чуби быстрые перемещения 1С, они, по-моему, в наследство уже пошли. Почему-то А2 в наследство не пошли. Ну, хотя это может быть по сюжету так задумано. Ладно, давай здесь выползать тогда. Пойдем через этот. Попробуем хотя бы как-нибудь пройти. Через парк развлечений. Ну-ка, что у нас на карте? Где мы есть-то? Так, мы где-то в жопе мира, а нам нужно вот сюда. То есть вот тут где-то какой-то проходик. Вот так вот. Хотя смотри, могли вот сюда переместиться. Что такое лесной замок, фасад. Ну давайте попробуем. Здесь я не знаю, пройду, не пройду. А2, только давай не будешь набрасываться на этих. Они безобидные, ничего такого плохого не хотят делать. Просто клоуны и все. Блин, а где здесь проход-то у меня? Ну почему ты вот здесь вот не можешь, блин, перепрыгнуть как-нибудь? А, здесь лестница вон идет. Все, я понял. Так, где эта лестница начинается? Лестница вон там начинается. То есть мне нужно попасть на этот фасад как-то. Как мне туда попасть? Там из железной... О, стоит шляпочник. С железной дороги, что ли, туда попадают? Хотя вот здесь вот, наверное, можно попасть, да? Или нет? Или да, или нет? Сейчас узнаем. Ой. Не, здесь что-то, по-моему, никуда мы не попадем. Ладно, у нас здесь есть быстрое перемещение. Сейчас попробуем тогда переместиться. Не хочу здесь по карте бегать и разгадывать эти ребусы, блин, с их суперкартой, которая нарисована, конечно, через жопу вообще. Так, быстрое сохранение. Окей, переместиться. И мне нужно переместиться...
Лесной зона центр. Нет, нужно, наверное, вот сюда переместиться. Где у нас поближе-то будет? Да, блядь, открой мне карту, блин. Так, модуль карты. Мне нужно куда-то. Блять, куда? Вот сюда. Текущее местоположение. Нет. Лесная зона центр. Может быть, отсюда? Лесной замок, фасад. Давайте попробуем в лесной замок фасад. Отправиться, переместиться. Лесной замок, фасад. Поехали. Где-то там такой срезик открывался. Помните, прохождение, там где-то ящики двигаешь, и очень можно быстро было туда перемещаться, в эту деревню. Но я думаю, что мы ящики на ней не двигали, значит, у нас этот проход будет закрыт. Так, окей. Лесной замок, фасад. А, ну здесь... Ни хрена себе здесь, смотри, какие черти охраняют туда лесного короля-то. Обалдеть не стать. Ну, ни на одном этого не очень-то и хотелось бы с вами драться. Я здесь просто пробегу чуть-чуть и все. Нет, что такое? Вау, да. Ни хрена себе подсрачник дали. Они пошли бы вы куда-нибудь подальше от меня, а? На-ка. Давай вот этого генералиссимуса. Да наведись на него, на цель-то. Так, все, улетел вонючий даль. Пошли в жопу. Денежки нужны. Да. Давай быстрее. А2, собирайся. То есть мы с тобой на хилку-то, блин, не наскребем, денег там с тобой по жопе наваляют. Быстрее. Гоу. Малое восстановление. А не засуньте куда-нибудь себе это малое восстановление, сами знаете куда. Мне среднее-то восстановление не очень помогает, а здесь малое восстановление. Вау. Спокойно. Так, что? Куда мы вышли? Ну, куда-то мы сейчас, по идее, должны выйти. Да, вот этим, как рельс шпалы-шпалах. Ехал поезд из Самары. Так, ты кто? Что ты мне скажешь? На днях видел каких лесных животных. Ну и что животных? Да, с ними все в порядке. Да, нормально, мы пробежали к Паскалю. Сейчас все будет. Хорошо, что я ее не убил. Analysis. This is a colony of pacifistic machine life forms led by the unit known as Pascal. It is logical for a large number of machine life forms to be present. This pod has concerns regarding your HUD unit A2's predictive skills. I'd be more concerned about me smashing your face if I were you. Ну да, мы уже встречались, я тебе оставил жизнь. Давай топливо-то мне уже, то есть это фильтр топливный. Твердая древесная кора необходим, единственное, охранять жуткими машинами. Ну давай, где это такое же есть-то? Черт возьми, блин, сказала А2. Ну давайте посмотрим. Что-то мне такое впечатление, что сейчас мне к этому отправят. А, нет, смотри. Текущее место назначения сюда, а здесь что, лесная зона? Ну смотри, вот куда-то, да, короче, сюда. Короче, мне нужно в лесную зону центра попасть.
Так, давайте здесь активируем быстрые перемещения. Hostility toward the peaceful machine life form Pascal is pointless from an energy usage standpoint. Proposal. Form a friendly relationship immediately. You've got to be kidding me. Да, смотри, а почему здесь, кстати, не работает быстрое перемещение? А, вот теперь работает. Так, быстро сохранится. И так, так, где лесной зона центр? Сюда, погнали. Ох, сейчас там будет, я чувствую, битва. Ну, у А2 есть берсерк. Ну, и, в принципе, под тоже нормально справляется. Правда, поду, я не знаю, может, молоточком поставить или чем-то такое. Ну, мне пока, в принципе, нравится вот этот вот лазерный поток, который бьет. Так что даже что-то пока что... О, ни хрена себе. О, Хрюша, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Хоть здоровый очень тут Хрюша. Всем Хрюшам Хрюш, я могу сказать. Я ж испугался, блин. Такой хряк вылетел. Здесь штаб Навального, блядь. Так, ты кто? Не знаю, кто, но его уже нету. Так, еще одного нету. Я, кстати, даже я не увидел, кто там был. Да, конечно, Лывак здесь решает, решает. Нифига здесь вас этих рогатых сколько. Пошли в жопу. Тихо, тихо, тихо. Разошлись, ребятишки. Блин, ну смотри, дамаг такой зачетный идет вообще. Да, вот что такое, блин, потратить сколько-то времени, прокачать себе левел. И уже чувствовать себя полностью комфортно. Ну да, конечно, если у меня, заметьте, 66 левел. Вот, а у них всего тут какой 46. Ой, ой, о, вау, 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 вау. Давайте, пацаны, осторожно, дайте мне подхилить чуть-чуть. Да, сглазил, блин. Да пошли вы в жопу, блин. Дайте мне хоть что-то сделать-то. О, лазером. Смотри, лазер тоже ауешит, тоже нормально. Он как бы и наводится так нормально, не нужно молотком этим швыряться. И, в принципе, мне нравится тоже вот этот лазер-то. Ну, давай. О, смотри сейчас. А, нет, еще не заправился, не заправился. Давай, давай. Вот сейчас, смотри. Опа, бух. Отлично. Ух ты, блин, сколько денег валяется. Пацаны, пацаны, свободно, свободны, свободны. Мне бабки нужны. Сейчас я бабки, блин, возьму и вам по щам настучу. Это тоже подберу. Все подберу. Все надо. Надо, 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 надо. Все в семью. Все домой. Понятно. Блин, достали меня. Консервные банки, пошли в жопу. На тебе, блин. На тебе, блин. Блин, смотри, сколько здесь ништячков всяких лежит. Давайте их соберем, а? Прям что-то они мне глаза мозолят. Так. 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 Ну вот, теперь полный порядок. Блин, ну там вон денежка пропала. А2, ты просрала денежку. Минусы с твоей зарплаты. Берем, 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 берем. Где эта кара-то? Блин, я сказал, где кар... А, во, вот этот, наверное, кару охраняет, да? Ну, на тебя. 49-й левел. Ну, в принципе, ни о чем. Ну, смотрите, даже пот мой разбирает его. А если сейчас мы еще вот так стрельнем, то будет вообще полный ему трындец. Все, хорош. Бу-бух. Ну что, где кора? Че, взяли кору или нет? Блин, я всех свиней здесь распугал. А, вот здесь, наверное, кора, да? Жесткая древесная кора. Окей, так, теперь мне нужен Паскаль, да? Да, 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 да. Пошли, сейчас мы вернемся. Сейчас вот только возьмем здесь вот эту вот штуковину. И вернемся. Прусуков не трогаем. Хотя я думаю, что прусуков, если тоже бить, то можно что-то за них ценное выручить. Типа, чем продать потом, чем купить.
Ну, мне как бы пока все хватает, так что не буду я трогать пор сучков. Вообще, как бы животных люблю. Так, и поэтому трогать я их не буду. Переместиться. Где у нас Паскаль-то? Деревня Паскаля. Поехали. Кстати, кто прошел игрушку полностью, скажите, можно будет потом, например, за кадром, когда, ну, все, основные сюжеты будут пройдены, можно будет сайд-квесты делать? Или сайд-квесты нужно делать до того, как мы там узнаем с вами концовочку? Просто я пока бегу по сюжету, а сайд-квесты тоже хотелось посмотреть, как, пока на них времени нет, потому что нужно там разбираться. Вот, какие сайд-квесты мы проходили, какие не проходили. Я знаю точно, что мы ни фотографии, например, не прошли. Потому что там была буря, а сейчас, мне кажется, там нет бури. Давай, время пошло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. За 10 секунд, молодец. Слушай, бот, я как бы глаза-то тоже имею. Да, да, да. Согласиться помочь. Ну, конечно же, помочь. Гигантский робот, тем более, нападает на детишек. У вас есть даже это, как детишки у вас есть. Обалдеть не встать. Не думал, что у нас роботы как бы плодятся-то. Ну, где тут у вас этот сраный большой робот-то? А, вот этот вот робот. Да сейчас ему трындец пройдет прямо за 5 секунд. Давай. Блин, камера. Давай ты не будешь так это, как бы, крутиться так, что я вообще ничего не вижу. Ну вот, все, до свидания. Бабох. Давай, так. Ну, что-то как-то мало деньжат дали. Паскаль, у меня для тебя хорошие новости. Твой гигантский плохой робот уже повержен. Даже не успев что-то мне сказать. Я даже с ним не познакомился. Давай еще один топливный фильтр на всякий случай. Да, 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 одолел. Большое спасибо. Так, что он мне дает? Прочее гнездо, среднее восстановление, сплав с памяти формы это, 3000 джил, 1600 топта. Ну, так нормальненько. Да, на два не надо нападать. Чё ты ещё-то хочешь от меня? Задание завершено. Окей. А чё мне здесь осматриваться? Я уже всё знаю. Эй, сестрёнка. Эй, сестричка. Да, я ваша сестричка. Поиграй с нами. Да не хочу я с вами играть. Уйди от меня, блин. Да уйди ты. Короче, сейчас ее в мамке запишут, блин. А, купить что-нибудь детишкам. Ну, давайте купим. А что, я уже сходил? Что, уже купил, что ли? Блин, как-то быстро я все купил. Так, хорошо, вот это ты кто? Давайте побудем рядом, выслушаем.
Анимона, это, короче, лагерь сопротивления, мне нужно вернуться. Ну, давайте принесем там эту книжку, херишку, блин. Что нам, блин, летать-то мы можем быстренько. Сохраниться, переместиться, лагерь сопротивления. Окей, погнали. Я не знаю, почему мне в лагере сопротивления эти магазинчики не продают ни хрена ничего, блин, уроды. Вроде мы как подружились. Анимона меня знает. И все равно же ни хрена ничего не продают. Ну-ка, вот давайте как раз сейчас еще раз посмотрим, что эти гондурасы, блин, до сих пор мне ничего не продают. Йога, блин. Да, чем? Я подержу. Смотри, да. Ну, денег-то у меня, конечно, блин, вообще, блин, от бога, блин. Ну, ладно, не буду я пока ничего покупать, вроде как все есть у меня. Так, окей. Анимона. Да, давай. И сейчас, конечно же, мне нужно будет... в лагерь Паскаля опять лететь. Ну, вот эти вот, конечно, такие вот квесты не очень мне нравятся в игрушке, потому что, ну, на самом деле, ну, тупые. О, я что такое смотрю? Что-то странное. Чего? Я на Паскале буду играть. А, ну смотрите, дядя Паскаль. Это что такое? Значит, это все-таки он. Ну, голос, ну сами слышите, голос вообще какой-то там, не знаю, девичий. Что такое? Отдать Паскалю? А мы еще раз не отдали? Да, я слышу. Так, что случилось-то? Да откуда я знаю А2? Блин, отпустите меня в эту хрену-то. Пока ты болтаешь, блин, я не могу использовать телепорт. Давай, так, быстро сохрани... А, смотри, почему нельзя переместиться? Перемещение в данный момент запрещено. Что-то там неладное происходит. Ладно, погнали. Блин, а что же мне опять по какому, блин, по этому сраному длинному пути, что ли, фигачить, блин? Блин, ну как тут можно быстро переместиться? Блин, забыл я, как переместиться туда. Так, деревня Паскаля. Так, пункт назначения вот сюда. Блин, ну я не знаю, как перемещаться побыстрее туда. Как-то можно, но как хрен его знает. Так, ладно, куда мы туда перемещались-то? Мы с вами перемещались вот сюда, да? Лесная зона центр. Да, лесная зона центр. Давайте сюда переместимся или сюда. Нет, лесная зона центр. Так, окей, лесная зона центр. Погнали. Блин, кто на них напал-то? Такие эти великолепные роботики там с детишками. Не злые. Так. А, вообще перемещение сейчас не работает. Да ёб. Что случилось такое? Вроде мы там всех практически победили. Всем по щам настучали. А нифига. К
Где-то, блин, я вот не помню точно, где-то, блин, ну где-то здесь был этот, блин, сраный быстрый переход. Хряк, ты что, не охренел совсем? 67-й левел, да ты, да зро... Ни хрена себе. На тебе. На тебе прям в жопень. Будешь еще на меня нападать, мясо. Ну, что мы за него получим? Кабанину? Мясо кабана. Не знаю нахрена. Ну так, а ты. Ах ты. Ах ты, блядина маленькая. Вылезла откуда-то. Эх, блин, не могу здесь перепрыгнуть, блин, никогда. Так, а как же мне туда теперь доходить-то, блядь, в эту деревню Паскаль-то, блин? Тогда-то мы перенеслись с вами, а сейчас мне как нужно туда попасть. Загадочка. Загадочка. Ну, что ж там происходит? Кто же на них напал-то, блин? Я уж думал, здесь никого не осталось, мы просто так живем спокойно в этом нашем мирке. Кого не трогаем, так просто прям ходим груши, калачиваем. А не, нифига. Не все так просто. Так, ладно, пойду по этому пути. Может, он мне куда-то приведет? Давай так. Здесь вот мы где-то можем перейти. А, ну вот это место, да, вот про это место я говорил. Сейчас, кстати, посмотрим, забаррикадировано здесь или не забаррикадировано. Так, гусеницу в жопу. Тебя тоже в жопу. Надоели. А, нет, смотрите, проходик открыт, отлично. Значит, 1С нам его открыл. Во, может там 1С буйствует. Типа, где А2? А2, выходи, или я, блин, возьму Паскаля в заложники. Так, ну что здесь происходит? Нифига, смотри, все горит, что-то вообще пипец какой-то. Охренеть. Черт. Блин, смотри, роботы на... Вот уроды, а. Пипец. Давай. Давай, А2. Ты что ты спрашиваешь-то? Давай, сейчас им нужно всем по щам настучать. Вот он, блин. Давай, вали отсюда. Не мешай мне расправляться со всеми тут этими кроликами, блядь. Сейчас я тут устрою тут, блин. Ад. Так, давай вот эту вот гусеницу свалим с тобой. Я сказал гусеницу. Блядь, ну, это самонаводка, как я говорю, здесь просто, блин, великолепная. Давай вот так вот, хренакнем. Цели выбираются здесь как хотят. И совершенно не те цели, которые мне нужны. Хочу вот эту вот гусеницу в нее направить. Сейчас мы на... А, не, ну ладно, хоть направился на нее, хорошо. Так, понятно. Червяка размололи. Блин, а где еще кто? Что-то я больше не вижу никого. По-моему, уже все кончилось. Роботов больше нет, по-моему. Или где? Где они тут спрятались-то еще эти? О, ты кто такой? Так, с тобой как-то нужно... Ух ты, ничего себе. Ничего унесет дрын, блин. Чё-то я не хочу больше на этот какой щит-то нападать. Ты, блядь, ну как ты вот так вот сваливаешься, блин, тупица. Да что с тобой не так-то, А2?
перепрыгни его. Во, все нормально. Сейчас его расфигачим. Отличненько. Что это такое? Ядро робота. Так, хорош здесь. Да куда ты, А2, полезла-то, а? Хорош здесь, блин, каннибализмом заниматься. Вы чё, пацаны? Совсем, что ли, очумели? Сами себя жрут. Блин, значит, какой-то им вирус, блин, впиздячили. Что они начали сами себя, блин, пожирать. Это плохо. Такие роботы были хорошие. Можем записаться-то? А, да, смотри, можем записаться. Даже странно как-то. Пока еще задание выполняем, а записаться можем. Ну, и куда мне идти? Где тут еще-то, блин, чумные эти? Внизу, что ли, мне кажется, стоят, наверное, все, да? Ждут меня там. Да не сюда, А2. Давай вниз. Кто же их здесь позаражал-то, блин? Может, здесь правда 1С что-то это? Ты кто такой, а? А, ты это палач хренов. На тебе, блядь. Хорош есть-то, а? Он плохо не станет. Уже наелись много железа-то. Блин, ну я уже, по-моему, все очистил-то. Где еще эти роботы? Мне вот как-то вот я говорю, что 1С. Может, 1С здесь заразил, куда-нибудь там это вклинился, чем-нибудь там подшаманил. Типа за Чубита. У него же все, он там это, крышняк-то у него поехал явно. Блин, ну не сюда. Давайте посмотрим по карте, куда мне идти-то вообще, блин. Ну, короче, здесь как бы освобождать всех. Ну, вроде всех я уже освободил. Больше я никого здесь не вижу. Кого еще освобождать мне? Давай по кругу пробежим, посмотрим. Там все сдохли. Да нет никого. Пошел в жопу. И пошел в жопу. Может, так всех нужно разбить? Ну, как бы не вариант, я думаю. А, во, смотри, что это такое. А, ну там это какая-то эта штучка, по-моему, лежит. Что тут такое-то? Да, в этот вагон с тобой не полезем. Не, ну хорош уже, блин. Че, я уже всех освободил. Че еще-то? А, вот еще, смотри, каннибал остался один. Пошли в жопу. Ну, я уже, кстати, я не знаю уже, куда мне нужно двигать. Что здесь? А, вот, смотри, еще какой-то есть. А, о, это хренотень. На-ка. Все. Все, хорош. Это все из них? Под. Скан для survivor. Сканинг. No life signs detected. None, huh? Да, Паскаль, тебе, блин, работки-то, блин, прибавятся. Hey, too. How is my village? My people? I'm sorry. I couldn't help them. Oh no. Are the children all right? I've taken them to the abandoned factory. All right. I'm on my way. А зачем мне туда? Суматоха среди Паскаля на заброшенной фабрике. Окей. Быстрое сохранение. Переместиться. Фабрика. Где эта фабрика? Черт возьми. Фабрика вход. Поехали. Паскаль, как быстро всех детей это, блин, собрал в одно место. Ну, вот, блин, у меня даже язык вот это не поворачивается называть это, что это он. Ну, блин, ну женский голос-то у него. Так, А2, ты что такая у меня чумазенькая-то, а? Блин, нужно тебе точно где-нибудь это помыть тебе. Ну, прям вот, прям чумазой. Такая-такая милашечка такая. Такая чумазая. Я правильно иду-то? Ну, Паскаль сказал, что он на входе в фабрику, значит, где-то здесь, по идее, должен быть, да? Блин, ну на фабрике тоже здесь эти роботы, блин, эти говнороботы живут. Паскаль! Are you okay?
They do. So what exactly happened? I don't know. Some of the villagers just started to feed on each other. If you hadn't come along, I'm sure we would have met the same grim fate. Thank you. Query. We understand that machine life forms can regenerate as long as they possess the required materials. Is this accurate? Unfortunately, we cannot regenerate our cores. Cores contain the data which forms our self-consciousness. If one is destroyed, there is no way to restore it. We usually store our cores in safe places. But this time, the villagers had their cores destroyed as well as their bodies. I see. Блин, хреновенько. So is this factory safe? It was once occupied by a cadre of fellow machines that had gone berserk. However, 2B took care of that threat. It is quite safe now. We've been using it for storage for some time. All right. Still, if we're gonna hole up here, I wish we had more info to work with. Proposal. Unit A2 should secure the safety of Pascal and the children immediately. What's the hurry? Haste is predicated on data obtained from the recently restored cross-regional pod network. Wait, there's more of you? Affirmative. Cross-regional data reveals a large number of machine life forms amassing around these ruins. What? Блин, вы чё, пацаны? Пошли в жопу отсюда. I'll smash them before they can reach this room. You must let me help you. I will smash them up and kill them. Чё? Куда мне идти? Паскаль, давай ты не будешь мне мешаться. Что здесь это? Воу, пацаны, вам что-то слишком ваш очень много. Ну что, давай в бой, погнали. Не болтай и не мешайся под ногами. Давай, фигачим всех. Ох, битва хороша, нравится. Давай-ка, опа! Нифига, они тут какие-то циклопы, блин, еще лазеры какие-то пускаются. Так, ладно, смотрим за здоровьем. Так, новый уровень, это замечательно. Блин, там смотри, кто-то еще с неба их приносит сюда. Пошли в жопу. За Паскаля. За деревню Паскаля. Убиваем всех. Блин, кто же их, правда, заражает, я не понимаю. Еще какая-то фигня происходит. Это что такое? Голиаф-танк? Да вы что, издеваетесь, что ли? Я пока этих еще не убил. Блин, вот он говна бросает своего. А как тебе бить-то вообще? Блин, вообще какой-то пипец творится, блин. Я не вижу даже ни хрена ничего. Отрубим пушки. И такое впечатление, что эти роботы как бы... А, все, хорош. Отлично. О, осталось только... Так, чё с тобой, А2? Тебя чё, кто-то поранил, что ли? Чё-то ты мне напоминаешь эту, блин, Чуби. They're still coming. They're not A2! I can handle this! Я не понял, это кто? Это наш Голиаф такой? То есть это Паскаль такого Голиафа вызвал? А можно я на нем как-то мыть этот, как его посражаюсь тоже-то? О, смотрите, я управляю этим Голиафом. А что делать-то? А как биться-то? О, во, блин, пипец. Okay.
Да-да-да, давай. Охренеть. Вот это сила. Что это такое? А, все, понял. Так, можно махать, значит. Пошли, махнем. Да хорош, вы пуколки какие-то там летят. Давай, давай, давай. Сейчас мы туда подойдем. Сейчас мы как здесь махнем. Давай, блядь, помогай. Давай, махай. Блин, ну вот да, вот, вот смотрите, вот не пишет описание. Вот что мне здесь делать, как мне здесь делать. Какие кнопки задействовать? Я должен сам что ли здесь понимать, что ли? Ну почему вот инструкций никаких нет? Ну написали бы, что здесь какой-нибудь сильный удар, здесь еще какой-нибудь удар. Ну блин, смотри, они прям армию собрали. Пипец вообще. Армия кончилась, не успев начаться. Да мы с тобой братья, чел. Энгельс, Паскаль. И что мы будем с тобой делать? А как мне защищаться от этой фигни? Понял. А, вот блок, значит, да? Так, хорошо, а как мне им тоже по роже засандалить? Я, если честно, ни черта не понимаю, как здесь вообще драться и на какие кнопки мне нужно нажимать. Ну, блок, да. Блок я знаю, спасибо. Блок я уже научился ставить. Давай, блок ставь, блин. Да ладно, вообще какой-то пипец. Руку мне нахрен отрубил. Ну, ты, блин, ну потому что неизвестно вообще, как драться. То есть, бред полнейший. Хорошо, я ему тоже заехал. Только я не понимаю, что на одну кнопку. Я вот сейчас вообще нажимал как бы... Так, что это такое? На, тебе тоже. Чуть-чуть. Что, и у тебя отлетела клешня одна? Крабья. Не знаю, бред, конечно. Я нажимаю на одну кнопку, я больше ни на какие кнопки не нажимаю, только на одну кнопку и все. Ну давай, ты уже стукни его как-нибудь побыстрее, да. О, все, сейчас мне прилетит. Ху, блин, с правой. Ну да, 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 конечно, ты умеешь управлять, я-то не умею управлять. Блин, ну что такое, блин? Ну как мне вот здесь драться, если я даже, блин, не знаю, что мне сделать? Ну хорошо, раунд 2. Пошли. Так, кстати, я... да, не могу я здесь это хилку вот за это использовать. Так что будем опять смотреть, что да как. Так, блок, да нахрен мне твой блок-то, блин. Так, 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 хорош, хорош, хорош. Ну вот как, давай, ставь блок, во, поставил блок, нормально, нормально, давай, держимся. Так, в ответочку, в ответочку, в ответочку, ну как, вот, ну как мне в ответочку фигакнуть? Так, блок, 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 поставил, отлично. Я не знаю, как эта фигня работает, я не знаю, как мне его стукнуть. О, хорош, давай, 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 мы вперед. О, отлично. Давай, 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 нападаем, 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 нападаем. Давай, 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 успеем, успеем ему первому. Опа, хорошо. Не знаю, я, короче, жму на все кнопки вообще, просто на все кнопки.
Я не знаю, как это все работает. Давай, пошли. Давай, замахивайся. Давай. Блок. А, нет, все, успеваем. Шарахнуть его, давай. Опа! Отлично. Прямо ему втащили в пузень ему. Хорош. Давай еще разок. Разок, давай. Опа. Бу-бу. Все. Ну что, я надеюсь, больше не будет никого. Хрена себе, он разозлился. Вот это Паскаль. Даже Федор Емельяненко не делал такие, блин, ударчики. Блин, кто же за всем этим стоит? Вот мне что интересно. Чему они взбесились-то? Are you all right, A2? Yeah. Thanks for the assist. I fear for the children. Let us hurry to them. Опа. Вот это Паскаль. Блин, а как он летает-то? Давай. Нифига у него турбина стоит. Такие турбины я в этом в красавке ставлю. Обалдеть. Such a thing. I taught them everything. All my thoughts and emotions. I thought it would serve them well in the future. But instead... How would teaching them lead to something like this? Fear. I don't understand. I taught the children what fear is. I felt they had to know so they wouldn't rush heedlessly into danger. But instead... Fear destroyed them. It caused them to take their own lives. If I knew this had happened, I never would have. A2. I need your aid. I cannot live with this heartbreak inside me. I need you. I need you to delete my memories. And if not, then I need you to kill me. Нет, ну убивать-то я тебя не буду. Initiating hacking to cut off memory circuits. Initiating hacking to cut off memory circuits. Pod. Pascal's memories. Understood. Initiating memory deletion procedure. My name is Pascal. I'm the leader of this village. Мне же на душе, блин, плохо. Интересно, сейчас мы у него как бы сотрем его данные, а он не превратится в какого-нибудь этого, не знаю, маньяка-то. Ну хотя бы смотри, хотя бы наше имя знает, блин. Memory deletion complete. Reset timer activated. Pascal.
Да. Отследить от D1S. И что? Сейчас мы будем за 1С играть? Интересно. Посмотрим, что с ним не так. О, вы кто такие? Looks like he's awake, Devila. Morning. Slept well, didn't you, 9S? Какие анимешки-то? Resistance camp? That's right. You've been unconscious for nearly 2 weeks. A little thank you for saving your butt would be nice. Where's 2B? You know that better than anyone, no? Her black box signal disappeared. Oh. Devila and Popola are rare android models designed for medical treatment and maintenance. Without the bunker, they are the only remaining way for Unit 9S to initiate repairs. Proposal. A word of appreciation is appropriate. Thanks. Yeah. Симпатичный, симпатичный. Lots of our models around. Apparently, we were put here to oversee some kind of large-scale system that was in place. Apparently? What does that mean? It means we don't know. All the records from that era have been deleted. Our model kind of went nutso at some point in the past. It ended badly. Most of our kind were disposed of after that, but we were spared. They used us as a sort of control group in order to ensure such a thing couldn't happen again. So yeah, we're lab rats, but at least we get to be here helping out friends. I'd like to think that we're atoning in some way for our past sins. Try not to overdo it, 9S. Ну что ж, друзья, на этом наша серия подходит к концу. За 1С мы будем уже с вами играть в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, комментировать видео, оценивать видео. И, конечно, звонить в колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нового видео. Что ж, всем пока-пока.